Итак, всем еще раз большой-большой привет всем тем, кто находится сейчас у нас в онлайн, всем тем, кто будет смотреть игру в записи. Это финал сегодняшнего Fast Cup, финал между командами We Have No Hands и Midnight Pulse. За командой Midnight Pulse мы проследили с вами сегодня уже весь путь от и до, так сказать, с 1/4 до финала. Не такой уж он и большой получился, но все же он пройден, и остался последний рубеж для того, чтобы получить заветные очки на Старладере. Midnight Pulse нужно будет одолеть только команду We Have No Hands. Собственно, то же самое нужно будет сделать и команде Dire, которая, кстати говоря, на самом деле, я был очень удивлен, то, что они добрались у нас до финала. У них всего статистика на Старладере, две игры, если я не ошибаюсь, и две победы. Вот и все, вот так вот просто, без каких-либо там 100 игр, 90 побед, 10 поражений и так далее. Это просто парни собрались поиграть в Fast Cup. И вот такая вот интересная команда получилась, которая развалила на в первой своей игре команду ТТП. По-моему, это были именно они, если я не ошибаюсь. Сейчас я проверю сеточку, прошу прощения, одну секунду. Что-то мне стало интересно вдруг. Нет, все-таки во второй игре они сломали ТТП. Да, ТТП вышли у нас в полуфинал, но дальше встретились с Вэхэнзами. Дальше не прошли, что на самом деле печально, потому что именно эту команду я ожидал в финале на самом деле. Мне никак я не мог ожидать то, что We Have No Hands пройдут дальше, потому что, ну, статистика их была, так сказать, предрасположена не к этому. Ну да ладно, поздравим команду. Я безумно рад, то, что у нас новые лица появляются на Старладере и такие сильные, то, что в Fast Cup они занимают уже второе место, это точно, уже получают бонусные очки, и это как-никак здорово. We Have No Hands в составе: Пина Колада, Мистер Джек, Акок, 619, прошу прощения, если я неправильно произнес твой никнейм, сам понимаешь, вижу я первый раз ваши ники, ваши команды, поэтому я могу ошибаться, поэтому не судите меня строго, и ДТ, собственно, последний игрок у команды We Have No Hands. Ant No Passing Craze, 4 Minutes. Оу, юзернейм и копия, состав команды Midnight Pulse, с которым мы уже знакомы. Итак, всем еще раз большой привет. Удачи командам, и врываемся мы с вами на стадию пиков банов. Итак, в байнах у нас смотрим от одной и от другой команды. Вайпер, Дестройер, Вивер, Лич, Эльдер Титан и кто-то еще сейчас отправится в таверну. Этих героев мы с вами больше не увидим, забыли про них. Дарксир Рубик на фёст пике взяты от команды We Have No Hands. Есть отличный оффлейн, про который мы часто уже стали забывать, потому что всякие Тимберсоу, всякие клокверки врываются у нас на оффлейн, и смотря какие руки, собственно, стоят его в соло. Визаж Тимберсоу от команды Midnight Pulse. Также есть хороший оффлейн, также есть прекрасный саппорт. Через этого саппорта играют они уже вторую игру подряд, если я не ошибаюсь. Или Визаж у нас был в предыдущей игре против. Я, честно, у меня плохая память на игры, поэтому я могу ошибаться. Игра, которая была 20 минут назад, я уже про нее забыл, и какой там состав был, я также не вспомню. Ну да ладно. Что ж, все записи будут лежать у нас на YouTube-канале, поэтому заходите, смотрите там. Также они появятся в моем личном паблике, где я делаю все анонсы. vk.com/vrabitsslTV. Заходите, смотрите, если вам понравится этот стрим, если вам понравились стримы предыдущие. И я буду очень рад новым лицам, которые у нас в скором времени, я надеюсь, появятся. Пока же у нас команда думает, я имею в виду команду Midnight Pulse, над третьим баном. Идет бонусное время, и всего минута остается у Radiant'ов, чтобы как раз-таки показать то, что они собираются отправить в таверну. Кто это будет, я даже не знаю. Возможно, второго саппорта сейчас у нас минуснут. Почему нет, но по типу какой-нибудь Crystal Maiden или так далее. Бэтрайдер отправляется в таверну. Все-таки выбирают Солумидера отправить у нас на тот свет. И четвертый бан от команды We Have No Hands. Лайфстиллер. Лайфстиллер тоже отправляется у нас в таверну. И теперь у нас что? Теперь у нас получается так, что нужно по одному керри. Нужно... Видим то, что команда у нас действует вполне себе внятно, вполне себе одинаково. То есть два оффлейнера, Дарксир, Тимберсоу. Кто из них сильнее, выясним в процессе. По одному прекрасному саппорту, Визаж с Рубиком.
Одних и тех же героев. Ой-ой-ой, Midnight Pulse собрались играть у нас через ИО. Через Виспа. Посмотрим же на исполнение Виспа. Кто появится в связку к этому прекраснейшему герою, посмотрим. Висп через Relocate, конечно, может творить грязь еще ту. Герокоптер у нас забирает. We have no hands себе в пул. Пока что, знаете, такой, как часто говорят профессиональные комментаторы, у нас... Что-то вроде Нави Пика. Есть Дарксир, есть Рубик, есть Герокоптер. Возможно, появится сейчас какой-нибудь Лесник у нас. Не знаю, кто будет играть на нем. Если он вообще появится, то, конечно, команду мы видим впервые. И, разумеется, мы не знаем, кто куда отправится, кто как играет и кто с каким скиллом. Тини. Висп, Тини. Где-то мы это уже видели с вами совсем недавно. А где это была? Это был Зимний Дримхак. Да, где как раз-таки у нас Ио с Тини использовалась очень-очень неплохо, так сказать, от команды Fnatic. Когда Тини у нас сделал трипл рэмпейдж, это, конечно, серьезная заявка была на победу. Ну да ладно, Templar Assassin у нас отправится в мидл. Также пока не отстают We Have No Hands от своего Na'Vi пика. Все пока что по дефолту. Не знаю, умеют ли играть ребята на этих героев, но если бы не умели, тогда бы и не пикали, скорее всего, верно? Поэтому мы с вами не будем загадывать сейчас, кто с каким скиллом у нас пришел играть на сегодняшний фасткап. Всего 35 секунд остается у команды Radiant бонус тайма. Нужно сейчас что-то будет решать с последним баном, который нам вот-вот предстоит увидеть. Пак и ТХД отправляются у нас в таверну. Что ж, ТХД у нас забанили, да, второй саппорт. Обязательно сейчас для команды We Have No Hands с такими-то ребятами Герокоптера нужно третьего саппорта, второго саппорта, точнее, на линию добирать, чтобы Рубик, Герокоптер и кто-то еще стояли... Собственно, в трипле. Возможно, какая-нибудь Винга появится. Может быть, Crystal Maiden также хороший вариант под Герокоптера. Нага Сирена еще не в бане. Нага Сирена может как раз сводить на нет все эти врывы от Виспа с Тини. И, возможно, как раз-таки Нагу Сирену сейчас и заберут себе в пул We Have No Hands, если не забыли о таком чудо-персонаже. Пока же у нас Last Ban. Нужно сейчас что-то будет придумать, потому что есть два саппорта, есть оффлейнер, есть керри команды. Либо мы увидим Виспа Тини в дабле в мидле против Templar Assassin, как вариант. Там рефракшн будет спадать очень-очень быстро у Templar Assassin под, опять же, камнями Тини. Ну и отправляется Doom. Вот так вот решает команда. Как вариант тоже имеется. Ну и последний пик. Последний пик, что же сейчас нам МДНП предложит? Это действительно интересно, потому что именно эта стадия пиков банов многое решает. Остается не так много времени, всего 48 секунд. Нужно сейчас уже какие-то наработки иметь в своей команде, чтобы пикнуть именно то, что должно появиться. Тинкер! Хо-хо-хо! Тинкер будет фармящий, в этом я уверен. Тинкер займет место соло... Легкой. Вот туда я его отправляю, да, вот так вот. Взял и решил отправить Тинкера на соло легкую. Тимберсол. Ну, точнее, не соло, а пусть будет с визажом. Они будут стоять вместе. Да, и Тинкер будет фармить себе фаст ботиночки. И уже с ботинками будет летать по всей карте, подпушивать линии, ну и так далее. Тимберсол займет место в сложной на оффлейне. И Висп с Тини отправится у нас в мидл. Да, именно так я распределяю лайны Midnight Pulse. Посмотрим, угадал ли я с этим распределением. Минута 10 остается у команды We Have No Hands на last пик. Возможно, пик Тинкера сейчас повредил какую-то страту. Возможно, еще что-то. Возможно, Тинкер попал именно туда, куда должен был попасть. То есть он удивил и меня с вами, и команду We Have Hands. И веник у нас появляется. Виноват. Вот чисто Na'Vi пик. Вот говорю вам об этом, то что все... То, чем пользуются у нас профессиональные команды. Сейчас в пике от команды We Have No Hands. Хоть ты бань, хоть ты еще что-либо делай, ничего не получается. Все герои, которые пользуются профессиональной командой, все они сейчас в пике у команды We Have No Hands. Посмотрим только на их исполнение. Ну что же, у нас пока что МДНП один отвалился. Кто отвалился? For Minutes. Какие-то проблемы. Сразу же пауза от копи. И снова эти доставучие паузы у нас пошли в ход. Connection Problem. Снова нетворк у нас там, как я понимаю, шалит.
Да, он любит это делать. Копи у нас пойдет фармить на Тине. Куда отправиться, мы с вами посмотрим. Оу, место на Визаже. Юзернейм Тимберсоу. Ain't no passing craze. Тимберсоу, ну и кого-то там пикнули для МДНП. Видите ли, я уже опять забыл, какой герой сейчас предназначается for minutes. Вот честно. Вот правда, вот... Хоть убейте меня, но я не знаю, что с этим делать. Пока же у нас команда Dire. Мистер Джек будет играть на Dark Сире. Пина Колада отправляется в мид на Templar Assassin. Sick One Nine будет играть на Рубене. Акок пойдет фармить на Гирокоптере. Я уверен, что это будет трипла. Которая трипла, кстати, способна цеплять и убивать. Очень агрессивная трипла, на самом деле. То, что после геля Виномансера, Рубик Телекинез, ну а дальше там Рокет Берридж и так далее, ФБ... ФБ, Сатаник, Бабочка, Рапира, Дейдалус. Ну и вы сами поняли, к чему я веду. ДТ будет играть на Виномантере. Будем надеяться, то, что у нас Фоминус вернется очень-очень быстро. Затягивать с такой игрой не положено и нежелательно. Все-таки это финал, и вот он реконнект. Вот он реконнект. Да, напоминаю, ребята, что это финал. Это финал, который уже стоит смотреть вполне себе так с эмоциями. Знаете, если хотя бы по сетке мы двигались с вами... как-то приземленно, то сейчас именно тот момент, когда нужно болеть и выбирать своих любимчиков. Но я так понимаю, то, что МДНП у тех, кто смотрит с первой игры наш стрим, я думаю, именно они понравились публике, потому что мы с вами стримим их третью игру подряд. Ну а Вихензам удачи! Удачи! И чтобы они показали хорошую доту, чтобы противостояли МДНП и... интересную доту нам показали. Почему бы нет? Так, у нас вернулся for minutes, и почему не отжимается пауза? Вопрос. Ио, висп, гоу, сори, от копия, ну и гоу. Погнали, ребята, пора отжимать там паузу. Как же я забыл про виспа-то, боже мой. For minutes будет играть на виспе. Да, ну теперь мы вроде как разобрались, кто где на ком стоит, кто где на ком играет, и что... Мы с вами увидим. Тине, Висп все-таки фармящие. Не отправятся они в мидл или куда-либо еще. Good luck, have fun и так далее. Присоединяюсь я к ребятам. Тине купил 3 ветки, просто психанул. 460 оставил себе в кармашке. Не знаю зачем, не знаю для чего. Возможно, это будет фастапок, чтобы поскорее убивать, поскорее ганкать. Хотя на тапок-то ему хватает. Что будет покупать себе Тине первым артефактом? Вопрос. Фоминус присоединяется сейчас к Тине. Как я понимаю, отправится он в... Easy Line, так, купил он еще Висп, я имею в виду, купил Clarity, и да, пошел к Тине в легкую. Команда Вихенс отправляется в смоке в свой лес, понятное дело, они здесь никого не найдут, так бы смоки уже спали. Рубен, кстати, красивый, хоть и ничего такого нету, но посох у него такой интересный. Завардят ребята, да, нужно сейчас вардить, все, они делают, вот, отвечаю, играют как... профессиональной команды. Вот я не знаю почему, просто мне вдруг сложилось такое впечатление. То ли по пику, то ли по исполнению героев. Я вот, честно признаться, не понимаю, чем они меня так зацепили. Но я ожидаю от этой команды очень многого на самом деле. Хоть у них статистика 2-0. Всего 2 игры и 2 победы. Будет удивительно, если они выиграют у нас этот Fast Cup. Но будем только рады. Я в этом уверен. Пока что у нас команды разбегаются по линиям. Видим, снизу все-таки у нас будет фармящий Тини с виспом. Виз будет у нас фармиться на отводах, я так понимаю. Сейчас шарик подстопит крипов здесь. Как же я мечтаю о сете на виспа. Вот я не знаю почему. Даже вот знаете, все хотят на него ноги, а я не хочу на него ноги. Я хочу, чтобы он цвет поменял. Просто он остался бы шариком, но не белым, а каким-нибудь там, я не знаю, красным, синим, зеленым. Ну и так далее. Было бы здорово, он бы получился как джедайский меч такой, знаете, только шарик. Так, Тимберсу здесь у нас могут зацепить, в принципе, но крипов сейчас много, и Рокет Берридж раскручивать Акору бессмысленно, хотя можно поймать сейчас Тимберсу, если он будет агрессивничать на Рубена, Акор подходит чуть ближе, и Тимберсу понимает, что здесь не все в порядке, берет на первом левеле реактив армор, чтобы ему харас не так чувствовался, и продолжает стоять на линии. Да, 619 будет, конечно, стараться Тимберсоу прогонять, но из-за пассивки у него там реген 5-0, а у Рубена, извините, на первом левеле 49 всего дэмэджа. Так, у нас выход здесь в мид или нет? Здесь просто ребята по хп решили поменяться. Левел 2 Templar Assassin имеет. Левел 2 также у нас Тинкер. По крипстату 6-1 пока что лидирует как раз-таки Тинкер. Отвечает им 6-0 ДС в сложной линии. ДСу здесь надо быть аккуратным. Хотя второй левел уже имеет, кстати, ДС. Это интересно.
Визаж не исполняет своих саппорских дел, не гоняет он здесь Джека. Джек слишком далеко вышел. Джека можно сейчас ловить через слоу. Так, вот они побежали у нас. Висп синий, и все, на этом все закончится. Ой, здесь висп у нас полетел. Джек. Джек просто прожимает Сурдж, который взят уже на единичку, и спокойно убегает под свой тауэр. Потерял он, конечно, немножко хп, проблемно ему стоять теперь, но есть танго, есть уже сенч-маска, чтобы восстанавливать себе хоть какую-то ману. В скором времени появится соул-ринг, и ДС будет продолжать стоять без проблем на этой линии. В миде же мы снова переносимся с вами именно сюда. По третьему левелу имеют соул-мидеры. Пину Каллада здесь пробивает больно, но под рефракшеном, конечно, она этого не чувствует. Нужно сейчас что-то будет выбирать. Темплар Ассасин, в скором времени бутылка приедет, бутылка уже едет, что интересно. Так, Тимберсоу здесь пошел гонять 619. Да, можно, на тебе тычку, на тебе еще сейчас. И еще, наверное, да, Тимберчейн пойдет дальше. Рубик, Рубик, телекинез, все крипы у нас умерли, и Тимберсоу-то просаживается очень-очень больно. Правда... Виномайсер вовремя не подошел сейчас, и поэтому Тимберсоу не почувствовал этого дэмэджа. Съел еще танго, и реактив армор на единичку работает. Уже фуловый практически Тимберсоу. После этого выхода ничего не смогли с ним сделать. Тимберсоу просто за крипами идет. Здесь отводик был, есть два ренджа сейчас на линии. И в скором времени линия эта спушится в сторону Тимберсоу как раз таки. Итак. Смотрим, что у нас снизу. Снизу у нас второй левел ДС. Потихонечку он выносит свои артефакты. Да, есть уже Ring of Regen. Не хватает только как раз рецепта. Да, забыл, как он называется, боже. Тимберсоу. Третий левел. Тимберсоу потихонечку обгоняет оффлейнера команды Дайер. Да, второй левел здесь до сих пор у ДС. Ну, разумеется, ему нужно вести себя здесь крайне аккуратно, так же, как и Тимберсоу. Ну, у Тимберсоу есть хороший эскейп. Есть Тимберчейн, на котором он может прокатиться, с которого он может нанести какой-то дэмэдж. И поэтому этот эскейп я все-таки считаю получше, чем Сурдж. Все-таки Сурдж у нас только на то, чтобы убежать. Здесь Визаж с виспом гоняет мистер Джека. Старались, правда, они... Ой-ой-ой, ФБ у нас, Пина Каллада забирает, Тинкер у нас минус. Вот эти противные машинки, конечно, не привезли сейчас никакого плюса МДНП вот на мидле, потому что, ну, машинки видели, да, сбили, конечно, рефракшн, но рефракшн сбился у нас очень-очень поздно. Как получилось здесь у Темплара Ассасин забрать ФБ, я даже не знаю, но можно будет погонять еще раз Тинкер. Тинкер качается через машинки, тогда все понятно. Так бы лазер у Нанкил, который взят бы на двоечку или на троечку, уже был, и Темплар Ассасин там бы, разумеется, мисануло разок, второй, третий, и уже тогда Тинкер бы не умер. Тимберсоу левел 4, половина пятого имеет, что там у мистер Джека, левел 3 себе поднимает и берет на двоечку именно Ионшилд. Да, все, разумеется, все правильно, здесь на хосте ДС, точнее не ДС, прошу прощения, а Визаж. Визаж здесь может погонять пину, хотя непонятно, кто еще кого гоняет, потому что просел здесь Визаж по хп, и с разворота можно Пину Каллада здесь еще побить, получает лазер, получает слоу, но Пина Каллада здесь никак не умрет, потому что есть еще и мелт, если что, с мелдата может унести сейчас Тинкера. Но крипы здесь рядышком. Так, взрывается тропа. И Пину Каллада просто гонит двоих. Здесь можно Визаж-то минусовать. Лол, это минус Визаж. Плохой ганг от... Оу. Так, Тинкер здесь тоже просаживается, дает. Здесь жалко, мелтом промазал Темплар Ассасин. Но можно гонять Тинкера. Тинкер, хорошие машинки. Машинки взяты на двоечку. Пина Каллада до сих пор живой. Еще тычка, нет, выживает. Все-таки здесь Пина Каллада, нужно ему отойти отсюда. Гоняет мистер Джек здесь Тинкера. Тинкер также выживает. ДС потеряет экспу. Потеряет экспу, зря он сюда пробежал, хотя испугал, конечно, Тинкера. Добить сейчас нечем. Да, Темплар Ассасин, она еще на всякий случай рефракшн, который взят, что интересно, уже на троечку. Через рефракшн качается у нас Темплар Ассасин. Имеет с руки 72 плюс 60, это, конечно, грандиозный сейчас урон на 6 минуте. Самое главное то, что выжила здесь Темплар Ассасин и, собственно, возвращается сейчас, отхиляется. 7 левел практически поднял у нас ТА после этой стычки, после минуса Визажа. Итак, пока что 0-3 Вихенда ведут, ведут вполне себе по делу, я считаю. Тимберсоу левел 5, с получением 6-го здесь будет просаживаться Герокоптер очень знатно. Герокоптер левел 4, понятное дело, то что саппорты подсасывают экспу, и фулл экспу Герокоптер, естественно, не получает здесь на линии, и нужно ему вести себя как-то, не знаю, не так агрессивно будет с получением 6-го от Тимберсоу, но, правда, сюда приходит еще Визаж зачем-то, сейчас будет стилить экспу у Тимберсоу, что ему сейчас не полагается делать. Хотя, так, что у нас придумает Тимберсоу?
Тимберсоу выходят на линию, чтобы получать себе как раз-таки шестой. Здесь все очень ватные ребята из команды We Hands. И если там пила хорошо постоит, то, разумеется, там будет изи фраг один или два для Тимберсоу. Убить его здесь практически невозможно. Пила взята на единичку. Ой-ой, это Пилар Ассасин там где-то в лесу добивает опять-таки Тинкера, который ушел уже в лес. И понимает он то, что на линии сейчас ловить нечего. Но Пилар Ассасин добивает и тынает всех крипов за счет рефракшена, за счет того, то, что имеет огромное преимущество в дэмэджи с руки. И, разумеется, Templar Assassin сейчас выиграла мид. Это уже можно точно констатировать. Так, Джек у нас выформил себе Soul Ring. Немножко битый. Немножко битый. Так, здесь Акога цепляет. Немножко продамажило его, но там Rocket Barrage взят на двоечку, поэтому Тимберсоу также больно, хотя после вот этой пачки крипов получит Тимберсоу шестой левел. А вот теперь с получением чакрам Тимберсоу будет крайне опасен. Не знаю даже, как сейчас нужно действовать Акору, чтобы не просаживаться по хп против Тимберсоу. Тимберсоу еще сейчас реактив армор возьмет, я думаю, это будет... Не ошибка, если реактив армор сейчас будет макситься и как раз таки забьют на эту пилу Тимберсоу. Именно через пассивочку у нас пойдет. Потому что ему сейчас агрессировать нужно на линии, нужно убивать Акора. Пока что у Акора левел 5, включается флэг Кэна, там Тинни убивает Дарксира. Тем временем вместе с Виспом, да, эта связка у нас работает. Тинни с Мидасом. Тинни с Мидасом. Фармит он здесь еще всех крипов, нормально. Так, Мидас изюзал, хорош Тинни. Тинни понимает, что от него требует сюда еще здесь... 135 с руки, конечно, бьет Тинни, это вообще забей на первых левелах, опять-таки, это огромный дэмэдж. И, разумеется, там у нас... А кто у нас отвалился? Тинни убил ДС-а. Да, Тинни убил ДС-а, ДС не прожал вовремя сурш, я так понимаю, или его камнями завалило. Как вариант, тоже имеется. Тот замакшенный сейчас у Тинни, да, чтобы кидать виспа, чтобы висп у нас там наносил какой-то дэмэдж, потом сразу же на... Тезари возвращался обратно. Ну да, по дефолту все идет. Пока что Тимберсоу левел 6. Чакрам пошли. Постоянные вот эти вот врывы. Так, на поднимут ли сейчас Тимберсоу? Да, Тимберсоу поднимает. Тимберсоу там можно убивать. Сейчас гель пошел. Тимберсоу просаживается. Тимберсоу минус. Хорош. Герокоптер забирает себе Тимберсоу. 254 голды в карман падает. И доминатор уже появляется у Герокоптера. Также 300 голды сверху. И это 1-5. Это 1-5. Вихенды пока что лидируют. Урна появляется у Виномансера. Что там у Рубена? У Рубена появились смоки, да, скоро выход в смоках нас ожидается от саппортов команды Дайр. Пора им уже выходить. Так, Тинкер вышел на линию. Тинкер постарается здесь что-либо получить. Есть руны регенерации, можно размениваться по хп с Templar Assassin, но надо быть крайне аккуратным в этом деле. Понятное дело, если там... если там Templar Assassin захочет, то убьет. Все-таки Тинкера. Тинкер не тот еще герой, который способен противостоять Templar Assassin в соло на первых левелах, учитывая то, что там дэмэдж у Templar Assassin 80 плюс 104 с фейзами. Ой, больно. Здесь Тимберсоу опять просаживает на Тимберчене. Постарался уехать, но Рубен делает еще один минус. Это 1-6. Это 1-6. Тимберсоу это фидит у нас второй раз подряд. Копи. Что у нас здесь делает копи? Мидас надо юзать. Мидас надо юзать по КД. Сейчас что-то прилетает еще Тинни. Тинни прилетает по инбустер. Фаст Аганим собирается делать у нас Тинни. Может, камнями завалить сейчас Джека. Да, прилетает сюда Висп. Да, вот камнями завалил, и Джек, скорее всего, не уедет. Стоса полетал, и, конечно же, Тинни забирает себе второй фраг. Неплохо, хорошая ответочка. И 10 минута у нас пока что в игре. Акор здесь очень битый, кстати, что интересно. По XP 1500 преимуществ у команды We Hands. По голде 700 голды выходит вперед. Но это... Да, о себе заявляет наличие Мидаса у Тинни. Поэтому перефарм не такой жесткий сейчас у команды We Hands. Но разница, конечно, в голде и в XP чувствуется. 2-6 все-таки тоже говорит само о себе. Тимберсоу делает минус на Герокоптере. Герокоптер там был очень битый, да, не ушел на линию очень зря. Так, пошел гель, и с Тимберчейна Тимберсоу просто улетает отсюда. Здесь рядом Визаж был, на СФТП прилетел. Визаж третий левел имеет. Ну, так себе, конечно, мог бы побольше выформить. Вопрос в том, давали ли ему это делать. Топовый крипсат на карте пока что имеет у нас Тинни, 68 на 8, помогает ему Висп, здесь постоянно не отходит от своего керри, разумеется, ему нужно быть очень рядом, постоянно на тозе, не на тозе, точнее, прошу прощения, а на тизере
Висп у нас постоянно работает. Да, Висп, конечно, может знатно погонять здесь еще. Ребят, Герокоптер убивает Визажа каким-то невероятным образом. Погоня здесь за Рубиком. Рубик. Рубик мансует, до сих пор живой. Чакрам. Пошел Чакрам мимо. 619 выживает. Здесь Тимберсу нужно бежать уже. Темплар Ассасин на срез побежала. И Тимберсу, скорее всего, здесь минус, потому что маны нету никакой. Сейчас отпиться нечем. Просто ТП вот отсюда делает юзернейм. Юзернейм сделает ли ТП? Да, сделал ТП. Тычка, тычка, тычка. Ну, долетит она, конечно, до Тимберсоу в скором своем времени. Получен Poison Sting, этот неприятный. Тычка, алло, ты где? Пропала тычка, бывает. Так, руна иллюзии появляется у Тинкера. Можно пойти пофармить сейчас дабл стак Ancient Creep'ов, которых сам себе Тинкер сделал. Да, Forever Alone играет. Нормальные травела уже появились у Тинкера. Также есть ультимейт, и можно летать. Можно начинать летать, можно начинать пушить. И теперь МДНП выглядит... куда интереснее. Вот он снова пошел. Сейчас рефракшн быстро спадет. С Темплар Ассасин. Темплар Ассасин можно будет убивать. Хотя Смолдана постарается изнести Тинкеру сейчас ХП. Получает тут же у нас лазер. Пошли Чакрам. Пилит очень больно Пиноколада. Пиноколада не выживает здесь. Тинкер, Тинкер. Да, делает минус на Темплар Ассасин. Четвертый фраг для команды МДНП. И на 13-й минуте игры потихоньку переворачивается у нас гейм в другую сторону, в сторону МДНП. Ловят здесь Визажа. Гель пошел, Слоу также кинул на Виномансер у нас Визаж. И на этом все. Обменялись по спылу ребята, разошлись. Поняли то, что не вариант здесь драться. Так, Висп. Тини с Виспом еще ни разу никуда не вырывался. Хотя есть уже Релокейт. Релокейт, кстати, изюзан. Куда у нас ТП-шился ИО, я не знаю. И Тимберсоу начинает заниматься своим грязным делом. Да, крипы у нас пушатся, крипы падают очень быстро под замакшенными машинками. Здесь еще и ДТ прилетают. Боже, как ему больно, Аккор. Лол, можно идти дальше. Тимберсоу, правда, здесь без маны, поднимает его на телекинезе. Пошел колдаун, колдаун 619. Нужно было кидать под колдаун сейчас Рубену. Тимберсоу, тогда можно было что-то сделать. Ну, сейчас Тимберсоу без маны, можно его убивать. Ой-ой-ой, на Тимбер, Ченни, Рубен. Хороший минус. В ответочку. Тимберсоу, хорош. 4-8. 4-8 и Тини уже с аганимом. Тини уже с аганимом. Тини может делать страшные вещи. Вот только посмотреть на него, просто ветку из дупла какого-то вытащил. Такой он милый, конечно, боже. Я прям не могу, я прям таю, глядя на этого Тиника. На. Еще держи. Вот эту возьми. Еще. Хорош. Ну, Тини знает, да, толк. В хороших деревьях. Урона там с руки 154. С фастгонимом, конечно, это страшные вещи. Так, у нас здесь гоняет Визажа. Визажа с мылта уносит половину хп. Пиноколада пойдет дальше или нет? Есть дагер. Дагер ей не сбивают, да, потому что все это прошло в рефракшн. Вот сейчас был сбит дагер. Можно прыгать дальше. Темплар Ассасин. Темплар Ассасин. Блинкаут будет делать или нет? Или просто отойдет отсюда? Как вариант тоже имеется. ДТ. ДТ есть урна. Урна не заполнена. Сейчас Виномансеру нужно бы это сделать. Седьмой левел веник имеет. Неплохо так он себя чувствует. Так, здесь Висп. Стоит АФК с Тини. Нужно сейчас будет проносить крипов и проносить, постараться башенку как можно быстрее. Нужен урон с руки еще и копи, либо, возможно, какую-то кирасу выфармить сразу, чтобы идти не очень больно и быстро бил. Как вариант тоже имеется. Выход здесь в мидл на Тимберсу, который и так бит, но, правда, маны у него куча. Откидывается Чакрам, на телекинезе поднимает, и Рубик, конечно, делает еще один минус. Тимберчейн понравился 619, ну, да, видимо, это, тем более, Тимберчейн там грызет не слишком много маны, и, разумеется, Рубик пользуется этим, потому что мана-пул у него не особо большой. Хороший спел для Рубена, если что, и засейвить себя, если что, и хорошо вот так вот продамажить, поднять на телекинезе и прокатиться разок-другой. Поэтому мы продолжаем смотреть.
Рубен, в скором времени подними себе левел 8. И выход как раз на Тинкера, который занимается пушем тир-1 вышки по миду. Если он здесь останется, его просто поднимут. Да, поднимает на телекинезе. Минус Тинкер, разумеется. Здесь его приговаривают просто без шансов каких-либо. Тинкер отправляется в таверну. Рубик снова стелит фраг, прижимает стики. И тоже живой накинут на него еще урну. Урна уже заполнена. Потихонечку Виномансер делает то, что должен делать с этим артефактом. 4-10. Вихенды ведут. Можно найти сейчас еще и Тини, можно найти сейчас и Виспай. Врываются здесь просто в соло Пина Колада. Правда, убивает здесь Тини. Снимает доминейтинг с Рубена. Лол. Получает 500 голды на ровном месте. И будут атаковать еще раз Тини. Тини улетает. Тини сейчас отхиляется. И Висп один, что ли, полетит? Нет, полетят все-таки они с Тини. Разульчивается здесь Веник. Веник. Тос хороший. Тос сейчас полетел. Копия. Минус один, минус два, Пина Колада отсюда уходит. Правда, слово на него повесили. Также была просветочка. Темплар Ассасин видит прекрасно. И Стоса еще и на лови визажа. Хорош. Ультракил у нас Тини делает. Боже мой, какой переворот сейчас в игре у нас случился. Копи просто превосходно отыгрывает на Тини. Да. Здорово. Яша появляется у Тини. Radiant Courier has been killed. Вот так вот. У нас где-то еще и курицу потеряли. На, с одной тычки копи. Ну, просто превосходно играет у нас Тини. Сейчас мы с вами это видели. Нужно ему сейчас что-то собрать на move speed. Нужно ему что-то будет собрать на attack speed. И все, можно пойти будет заканчивать эту игру. Конечно, да, Тини оставляли в соло. В соло он фармил всю игру. Ну, точнее, фармил с виспом, разумеется. Сейчас его висп еще и отхиляет здесь по-быстрому. Тини вообще себя чувствует превосходно с таким-то саппортом. Баночку еще отпивает виспа. Ну, разумеется, чтобы быстрее отхилять Тини. По дефолту так и идет. Руна регенерации лежит, ее никто не видит, ее никто не забирает. И трипл стак. Нет, это уже четвертый стак получается, если сделают или нет. Ну, здесь вряд ли сделают, конечно, там дракон у нас зажатый был. Поэтому не получилось. Вот этот стак будет фармить у нас, как я понимаю, где наш любимый Тинкер. Тинкер, что у него появляется? У него появляется ничего. Купил себе Soul Ring, чтобы была мана на всякий случай всегда. И на этом пока что у нас Тинкер закончился. Но у Тинкера совсем иная задача в этой игре. Не убивать кого-то, а именно пушить и постоянно напрягать соперников. Не знаю, появится ли что-то в дальнейшем. Возможно, догон, возможно, хекс, может быть, что-то еще, потому что Тинкер, как мы знаем, способен наносить дэмэдж. Там еще у нас Тинкера убивают, как раз таки он остался зачем-то на линии, зачем, непонятно, он же делал отсюда тэп-аут. Я и думаю, что все, закончилось, как бы у нас вся агрессия. 8.13 тем временем, 19 минут в игре. Потихонечку подходит к концу. Бокобой у гирокоптера появилось. И это единственный, пожалуй, сейчас герой способен что-то показать Тинику с аганимом. 2600 на руках у Тини. Это уже готовая Яша. Так, еще появляется Огр Клаб и Мифрил Хаммер. Заготовочка на БКБ сразу у Тини. Вот таким вот простым и легким нажатием двух клавиш. Смоки здесь были разбиты, да, смоки, по-моему, спалили у нас сейчас, Визаж это видел дело, ну, если я видел от лица Визажа, то, получается, он тоже, вроде как, выход в смоках от Рубена с Темплар Ассасин, по-моему, это не вариант сейчас нападать на Копи, Копи находит, он сразу же засыпает, здесь можно убивать Рубена, Рубен, Тос, минус Рубик, просто отправляется в таверну после того, как полетал с птицами где-то. Ну вы же, блин, каут отсюда делает Темплар Ассасин и убежит отсюда, правда, копит-то в погоне. То слови, ой-ой-ой, хорошо, сейчас по Темплар Ассасин прилетело, можно догонять Тинкер. Тинкер бьет в рефракшн, рефракшн Темплар Ассасин спасает, конечно, в этой ситуации. Здесь полетели кусаки и нужно улетать отсюда Тинкеру. Да, нужно улетать отсюда Тинкеру, Тини с фо минус выходит на мид-линию и что? Будут ли атаки, будут ли ганки, потому что пора уже кого-то убивать. Ну да, убили Рубика, это, конечно, здорово, это вообще грязь. Тини у нас 14 левел, где его вещи его в курице, как я понимаю. Да, можно Яшу себе сейчас принести или догрейдить сапог. 1400 сейчас на руках имеет Копи, и Копи чувствует себя вообще превосходно. По нетворсу я не удивлюсь, если он на первом месте, да, идет перефарм практически в 3000 у нас, 9700 на 12700, боже мой, Тини, это вообще у нас сумасшедший какой-то получается в финале сегодняшнего дня. Кентов еще можно поубивать здесь, конечно. Хорош.
Фломиус всегда рядом. Вот на Яша прилетает, и БКБ готовы у Тини. Да, потратил он деньги не зря, не впустую. И вот теперь все. Теперь можно врываться, потому что сейчас таких артефактов у команды WeHands не имеется. И нужно как раз реализовывать это преимущество, не давать гирокоптеру деформить, а стараться заставить его подраться чуть раньше, чем это должно происходить. Виспа здесь нужно кинуть сейчас Тини, поиграть в волейбол с кем-нибудь. Я думаю, Тини был бы рад поиграться. Вы просто посмотрите на эту борцуху, все сами поймете. С таким играться никто не хочет, а еще и если там Висп раскрутит своих виспорят, это, конечно, да, будет правда. На мистер Джека выход, выход ли будет? Тос полетел не тот, да, по идее должен был и улететь, и с виспарей там вносить огромное количество дэмэджа, но не получилось. Так, Тини, Тимберсол сюда еще подтягивается, с Чакрама убивает всех крипов очень-очень быстро. Т3, Т2 вышка, прошу прощения, пушится на ботом линии. Там драка у нас сверху началась, и убивает гирокоптера. Вот так вот, да, ворвался Тини, Тини ворвался вовремя, помогли Тинкеру здесь сделать минус, и улетают обратно. Улетают обратно, кстати, где они, лол, я потерял. Здесь копии оставили, да, а Висп у нас улетел. И это последний внешний тавер, стоящий у команды WeHands, упал. МДНП вырывает лидерство в свою пользу. По XP, видим, уже перефарм идет в 4000 в пользу команды МДНП. По голде в 4,5. Также у нас лидирует Midnight. Тини сейчас попадет. Ой-ой-ой. Какое же количество голды сейчас упадет копи в карман. Вот давайте посмотрим сейчас, где у нас Тини. Тини, лол. 2800, 2300, 2200, точнее, 2300, 2600 и больших крипов. Вот так вот. 2800 поднимает Тини с одного спула. Сейчас нужно отвести иллюзию, да, чтобы появился еще один. 57 секунда все-таки, как-никак. Спот у нас появляется. И, боже мой, сейчас Тини там столько денег поднял. Это вообще забег. Гиперстоун тут же появляется у Тини. В скором времени ультимейт взял еще на троечку. Хорош. Тини уже вырос, уже стал достойным. Да, конечно, бьет этот Тини очень больно. Висп у нас врывается. Здесь можно отхилять с помощью Транквилла. Точнее, с помощью Транквилла-то он нахиляет Тини. Также можно отпиться там бутылкой. Правда, урны не заполнены сейчас. Проблема у Виспа. Здесь Тинкера ловят. Тинкера пытались поймать, но он успел сделать блинкаут и тэп-аут отсюда. Не собьют здесь фамилярами. Конечно, хотя фамиляры у нас, если что, были на сейве. Как раз Тимберсол. Да, там... Тимберсу, прошу прощения, Тинкера. Я уже заговариваюсь потихонечку, потому что немного подустал за сегодняшний день. Мистер Джек здесь огребает по полной. Еще и машинки эти доставучие полетели. Тинкер прожимает гост и делает еще один тэп-аут. Или нет? Нет, он просто прожал свой ультимейт, хотя нужно бы сделать отсюда тэп-аут. Да, здесь, конечно, садится Темплар Ассасин, ничего дальше не последовало. 619 получает ракетки. В табло 10 левел Рубан имеет, у Рубика пока что ничего нового не появляется. Тинкер машинки и отсюда тэп-аут. Да, все правильно. Мистер Джеку-то больно. Так, мека от 619, даже приходится юзать ее, точнее, не от него, а от ДС-а. Врывается Тини вместе с Виспом. Можно убивать сейчас на Плар Ассасина, Рефракшн, Мелт. Все это происходит под просветкой, минус Пина. Разумеется, здесь еще разультился, конечно, ДД. Ничего он не сделает, потому что дэмэджа вообще никакого нету. Монстр Килл у нас имеет копия. Прожал он... Прожал он, конечно, Блэкенбар, но не последовало никакой дальше инициации. Тир 2 вышка все-таки по ботому быстро упадет. Здесь еще и юзается мека. Мека была хорошая. Глиф приходится юзать команде WeHands. И теперь без глифа можно спокойно заходить на тир 3. Либо убить Рошана и уже точными, точно быть уверенным в том, что победят ребята. Итак, пуш. Пуш хорош сейчас в исполнении WeHands. И да, тир 3 вышка быстро падает еще под... скиллом Ио это происходит очень быстро. Висп полетел в... поднимает его тут же на телекинезе. Это минус висп. Стенка-стяжка будет хорошая. Стенка-стяжка-то хорошая, боже мой. Тини, половина хп остается. Гирокоптер БКБ прожал, убивает минус 2, минус 3. Нет, Визаж до сих пор живой. Я подумал, что его тоже убили. Здесь копия-то можно минусовать. Копия. На нем ракетка висит, он никуда не уйдет, конечно. Виноматер добирает себе и Тини. Рядом Тинкер. Тинкер откидывается ракетками, но отсюда ему надо делать тэп-аут. Да, 13-17, хорошая ответочка при
Дефи свои тир-3 вышки от Вэхэнзов слишком рано зашли на рампу ребята из МДНП. Нужно было забрать Рошана и все-таки уже вместе с ним идти. А сейчас Акор и Ко, если можно так назвать, Акор и компания могут минусовать Рошана. И это будет хороший буст для команды Вэхэнз. Пока что они лидируют по киллам, и нужно им как-то сейчас возвращать преимущество, которое было у них в начале, до того момента, как Тини купил себе Аганим. Рошан быстро просаживается, да, Тини не будет еще очень-очень долго. Палец здесь, ой-ой-ой, вспалили здесь топ-аут Тинкера. Да, он делает, конечно, свою грязь, вот эту любимую, отсюда нужно ему улетать. Ой-ой-ой, какой... Боже, какой царь этот Дарксир. Врывается сюда Тимберсу, также неподалеку у нас Визаж. Можно ловить гель мимо. Вот единственная проблема сейчас была. Если бы гель попал по двоим, я уверен, то, чтобы там пошла инициация. Чакрам ворованный у Рубена. Ой-ой-ой, как спилили его и Чакрама. Да, добирают все-таки Рубика, все-таки не выживает. Он здесь 14-18. Ответили минусом Рубика и вполне себе неплохо. Так, 27-я минута в игре у нас пошла. У Тимберса в скором времени появится Bloodstone. Ну, не в скором времени, но рано или поздно он все же появится. Осталось ему дофармить только Energy Booster и Perseverance. Не так уж и долго Тимберсу, в принципе, это делать. 1500 на руках имеется, и со временем Тимберсу также у нас становится все опаснее и опаснее. Если его оставить вот так вот пофармить где-нибудь в соло, то, разумеется, это скажется потом. Копи. С БКБ. Готовым уже, и можно врываться на мистер Джека, Сурж, бежать отсюда, форстав еще, чтобы засейвить свою братюню. И последний внешний тавер, хотя нет, это не последний тавер, стоит еще тир 2 по топу, который, кстати, сейчас нужно будет забрать. Я уверен, что команда отправится именно туда, да. Что и делает копи с фоминусом, отправляются они, отпушивают сейчас линию и врываться на тир 2 вышку по топу, в принципе, да, как вариант имеется. Правда, Ио здесь улетел куда-то. Ио, я не знаю, зачем. Пошел он чекать руну. Зачем он здесь пробежался? Я не понял сейчас. Да, наверное, чекал все-таки руну. И 28-я минута у нас в игре пошла. Что, будет ли деф? Будет ли деф от команды Вэхэнз? Ворует здесь кто-то Рубик. Рубик ворует Soul Assumption. Неплохой спел для него. Так, Тинкер будет отгонять сейчас всех ребят, да, с помощью машинок вот этих неприятных. Тир 2 вышка быстро пропушилась, и можно идти на тир 3. Можно заходить, пробовать на тир 3 еще раз. БКБ там будет на этот раз у Тини, и поэтому можно не бояться сейчас заходить. Vision дает у нас Висп. Стенка, стяжка по троим, колдаун, неплохо, там минус 0 пока что ДС, а также Акор у нас очень больно огребает от копи, боже мой, это 4. Сейчас гирокоптер, правда, отвечает ответочкой, да, отвечает ответочкой, хорошо, я сказал. Запиливают здесь еще Темплар Ассасин, Темплар Ассасин не выживает, рефракшн, правда, работает, но Темплар Ассасин до конца здесь, Айгис выбивает из нее, можно убивать ее будет и второй раз еще, если сейчас успеет кинуть БКБ, прожал у нас Темплар Ассасин, можно делать блинкаут, нет, блинкаут ей избивают, тут рядом Акор огребает, боже мой, как ему больно. Минус Акор сейчас будет, да, минус Акор. Тинкер забирает себе этот фраг, Тини остается до сих пор живой вместе с Тимберсом. Пошли пилить дальше, Тинкер рядышком, можно Пиноколаду убивать. Нет, Пиноколада выживает, но тир-3 вышка упадет, тир-3 вышка упадет, и 19-20. Теперь МДНП чувствует себя уж точно в развалочку. Мили бараки у нас начинают падать, копи быстро-быстро просаживает, конечно, этот барак. И Стос еще поднимает здесь Тимберсу, полетай, смолда. Получает, конечно, Тимберсу. Кстати, Тимберсу-то больно, и Тимберсу может погибать здесь. Копи без БКБ сейчас тоже умирает, но пожертвовал он суицид. В барак сделал, здесь зачем-то фоминус еще прилетает. Боже мой, лол, сейчас еще и фоминус у нас умрет. Да, Чакрам у нас пошел, не отпустит отсюда Виспа. Разумеется, Виноматер даблкил, и 19-22. Вихенды пока что все-таки сохраняют преимущество. Тем временем Тинкер улетел у нас вниз. Фармить, Тинкер уже подпушил вышечку, и тир-3 здесь тоже упадет очень-очень быстро. Хотя не знаю, с этим ли заходом или со следующим вышку можно денайт, потому что 8 хп всего у нее осталось. Так, Тинкер, машинки, чтобы к нему никто не подошел, и отсюда нужно делать тэп-аут. Сейчас, так, сбивает ему ТП. Нет, это было не ТП, а еще одни машинки полетели. Боже, боже, Рубик, лол! Минус Рубик сейчас будет, да, это минус Рубик. И что, Тинкер отсюда вот теперь уж точно уйдет, а маны нету, лол. Маны нету. Но Сурже постарается его Джек догнать, колет, но не находит Тинкера, да, не было сейчас там вакуума. Не удалось сбить ТП-шку. Бывает, здесь пытались фамильяры найти, фамильяры не нашли, вот эти два варда стоят просто незачем. И Тинкер покупает себе догон.
Тинкер покупает себе Дагон, в скором времени появится, возможно, Этериал, либо будет макситься как раз-таки Дагон, может быть, еще и Хекс появится. А что выберет у нас Тинкер? Его проблемы, наша проблема только смотреть стрим без лагов. Надеюсь, то, что он идет без лагов. Тут у нас Денайт Тавр, но Тавр не удалось Денайт Мистер Джеку. Джек-то огребает, боже мой, очень-очень больно ему здесь. Но форстафует его отсюда, Мьяку также юзает сам на себя, получает гель Тинкер, но этот гель ни к чему не приводит, просто тэп-аут отсюда Тинкер делает, не сбить ему ничем, да. Герокоптер слишком поздно, даже не поставил ракетку, которая бы прилетела по всей карте. Ну, вот так вот происходит. Пока сплит-пуш у нас в исполнении ДНП мы наблюдаем. Сейчас будет пушиться рейндж-барак. Рейндж-барак у нас не регенится, поэтому от мега-мили-крипов просаживается очень быстро барак. С помощью флэк-энна, конечно, герокоптер будет отфармливать здесь. Все, что видит Иглсонг, есть. Есть также у нас став. Не хватает только талисмана сейчас до бабочки Акогу, но Аког слишком ватный, сейчас его очень легко можно убить, хотя с Рокет Бэрэджа это больно, настреливает юзернейм, и юзернейм уже смирился с тем, то, что умрет и просто суицид делает с помощью Блудстоуна. В Блудстоуне всего зарядов 5 осталось, поэтому как-то неприятно сейчас Тиммерсол, то, что он собрал такой артефакт и не реализовывает его на полную катушку. 19 левел Тинни, 14 левел Висп и уже готовы врываться, то есть там уже Дейдаус у Тинни появился, и это вообще забей сейчас урона с руки 296 плюс 105. Все это еще и с тем, что... Боже, я забыл, как это называется. Что я хотел сказать? Объясните мне, нет? Я забыл. Вот правда. Забыл, что хотел сказать. Но это норма. Это норма, я считаю, да. Копи, негрейженный сапог. Вот почему ты не врываешься? Вот ты боишься врываться именно поэтому. У тебя негрейженный сапог. Нужно собрать себе какие-нибудь фейзы или ПТшки, чтобы поплотнее стать. В принципе, там плотности 100 плюс-минус хп это не особо скажется, но в драке, возможно, станет решающим. Опять же, с тем же герокоптером. Так, у нас спидпуш все еще исполняется с помощью Тимберсоу и Тинкера. Тинкер, блинкаут отсюда и, да, гост, просто бежать. Хотя маны еще хватает, можно делать второй заход. Ракетки пошли, Акор. Акор получает лазер, гонит здесь Тимберсоу. Тимберсоу врывается, с Тимберчейна уходит чуть дальше. Мека там юзается, прыгает за Тинкером. У Тинкера есть гост, если что, прожимает он гост. И как раз уходит отсюда на тэп-ауте или нет, или все еще останется. Еще одни машинки вызываются. Там у нас врываются уже Тинни на вторую сторону. Да, вторую сторону. Ой, засыпал здесь троих, тост тоже по троим. Боже, минус один, минус два. Хорош, это все в БКБ было от Тинни. Пробивает здесь еще Темблар Ассасин. Рефракшн спасает ей жизнь, но рефракшн у нее очень-очень скоро упадет. Да, и просто как падает рефракшн, ее стирают с лица земли. Невероятно какой-то дэмэдж. Там Тинкер еще даблкил делает, просто подсасывает всех тех, кто убегал от Тинни. Да, убил Рубик, убил Темплар Ассасин. И что? И на этом вторая сторона у нас упала, пушится третья, мега крипы у нас будут у МДНП, и я думаю, то, что в скором времени мы увидим надпись Good Game, Well Played. Третья сторона у нас упала, и неужели ребята пойдут унижать под фонтан? Ну, это не дело, по-моему. Так, у нас машинки сейчас вызовутся, я уверен в этом от Тинкера. Тос, полетел у нас Тинкер, Тинкер минус, да, его не отпустят отсюда, боже. Это уже по фану ребята играют, да, здесь еще и Тимберсу сейчас походит в гости. Старается он что-то сделать, на Тимберсей не улетит, конечно, можно убивать Мистер Джека. Джек здесь мансует до сих пор, но приходит просто Тинни, показывает, кто здесь главный. Правда, Виспа убивают, да, АДС получает себе фраг. Халявный фраг, здесь еще на Тосе полетел у нас снова Визаж. Пока что Тир-4 у нас стоит, еще и Рубик у нас в таверне, и 2-4-2 в... Точнее, 3 в 4 уже. Ну, Тинни здесь дерется до конца, до последнего. Просто суицид сейчас в Акора, да? Акора здесь не убивают, конечно. Визаж также минус. И это будет тимвайп, ребята. Да. Нет, лол! Остается совсем лол хп у Визажа, но это не тимвайп. Трех фамильяров вызывает тут же Визаж. И с мега-крипами уже вихенды ничего не смогут сделать. Еще артефакты не те, чтобы отпушивать сразу три линии. И мы с вами сейчас посмотрим этот сплит-пуш в исполнении крипов, который нас ожидает. МДНП уже точно побеждают в этой игре. Ничего не смогли сделать с этим Weehand. Хотя пытались хорошо, пытались, и что-то получалось в начале игры, да, после того, как Тинни выформил себе Аганим, уже началась грязь, после того, как начались врывы. Хотя врывов было не так много от Виспа, так что у нас, я думаю, реализован только Тинни, потому что с Виспом нужно было врываться по КД. По КД этих врывов не было. На моей памяти всего 2 или 3 врыва вот таких вот с Виспом вместе. Предпочитали они просто ходить вместе и убивать.
тоже как вариант, и, видимо, это сработало. 27-27, 36-я минута игры, и что у нас? До сих пор дефицит, ребята, боже. Ну, это, по-моему, глупо уже, просто затягивают и тратят свое время и мое, и ваше, и команда МДНП. МДНП уже просто стоят на базе, занимаются фигней. Ребят, зачем затягивать, я не знаю. Просто пошли, донесли уже тир 4 и забили уже на все. Ну, здесь Визаж 23 варда еще имеет. Вот такие вот вещи у нас творятся в финале фасткапа. Напомню вам, в финале фасткапа. Боже. Здесь варды отбиваются как мод, конечно, от мега-крипов. Но у мега-крипов, извините, по 1200 хп. Там они сносят по 133, видимо, у рейнджового крипа. У мили там по сотке вылетает. Пошел у нас Тимберсу заканчивать, я думаю. Давайте масс-догон, короче. 5 догонов и минус гирокоптер до прожатия БКБ. Вот так вот, оп. Пошел юзернейм у нас резать Акора, пошел он в соло, здесь еще и Тини прилетает, если что, колдаун был откинут, кулдаун откидывается в юзернейм, юзернейма просто разнесло на части, да. Вихенды показывают характер, или как это можно назвать, я даже не знаю, но собираются дефицы, ребята. Ой, боже мой. Ловит здесь еще и Тинкера. Тинкера также минусует. Ну, вот так вот врывы по одному. Это, конечно, очень умно с их стороны. Да, здесь еще Монта появляется. Tower Defense от Ауа. Разумеется, как без этого. Там вторая пачка вардов. Уже 42 варда у Визажа, если что, имеется. Он еще копит. Виз себя почувствовал сейчас звездой, просто для него сделали вот это вот отверстие. Ой, боже мой. 16 левел у нас Виз. Ну, на этом все, ребят, уже пора заканчивать. Я не знаю, то, что, зачем тянут. Тимберсу пилит крипов, помогает подпушить линию. Но там, правда, Тимберсу больно-то от гирокоптера. Гирокоптер имеет доминатор. Есть отхил, если что, Battle Fury. Баттерфляй, прошу прощения. Да, БКБ. БКБ сколько там секунд осталось? 6 секунд-то БКБ у Акора. Боже. Они дефят ТВРа. Просто посмотрите, какие они потные. Вот не хотят проигрывать. И это... На самом деле, это здорово, с одной стороны, то, что команда себя так ведет. Но и с другой стороны, то, что не бережет ни мое, ни чужое время. Уже 9 часов по Москве. Вечер. И пора уже заканчивать с этим всем. Да уж. Джеку здесь, боже, как ему больно от крипов. Да, стяжку под себя, лол. Тимберс успилил здесь Джека еще. Тинкер также ворвался. Можно делать минус, там еще и Рубик отвалился где-то. ДТ на чакраме стоит, пытается мансовать здесь Виномансер, ничего у него не получается. Пинколада тоже встреет, получает догон, получает лазер тут же, чакрам полетел. В принципе, есть рефракшн, да. Пытается он выжить здесь. Хороший колдаун, в никого откинут был. Но можно убивать Тинкера, можно убивать Тинкера. Он прожал гост, сейчас гост ему не спасет жизнь, потому что в БКБ у нас Тини завалил. Да, и Акор, 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 Акор. Акор минус, Акор минус. И крипы донесли у нас все-таки тауэр. Good game, well played. Таким образом у нас заканчивается сегодняшний фасткап вот таким вот странным финалом, на мой взгляд. 32-29, 40 минут потной доты мы с вами наблюдали. В принципе, вихенды имели все шансы победить, особенно в начале игры, но Тини с Виспом все-таки были... другого мнения, пожалуй, если можно так выразиться. Что ж, на этом все. Ребят, спасибо всем тем, кто смотрел сегодняшний стрим онлайн, всем тем, кто будет смотреть в записи. Буду ждать вас в своем паблике vk.com/vrabitssltv. Заходите, там все анонсы моих стримов, если вам действительно понравилось. Ну а так что, спасибо командам, и, пожалуй, мы с вами уходим до завтра, наверное. Да, игры у нас сегодня получились действительно интересными, было на что посмотреть, поэтому... Спасибо и пока-пока.